происходит монтаж теплиц капелька VIP с размерами 3х6. Устанавливается наброс 100 на 100 дробленты антисептиком. Происходит установка каркаса. Один торец уже установили. Второй происходит монтаж. Перекрывается поликарбонатом. Все. Готовят для перекрытия. И также параллельно будет устанавливаться конек нижний. В дальнейшем будет ставиться второй торец и перекрываться поликарбонатом уже. И устанавливаться форточки. Кончили устанавливать каркас. Поставили два торца, обшили их поликарбонатом. Также поставили нижний конек. Осталось сделать двери, обшить поликарбонатом и саму теплицу покрытия. И также сверху поставить конек. Монтаж теплицы капелька VIP с размером 3х6. В одном торце у нас дверь с форточкой. В другом торце просто форточка торцевая. Также каркас состоит из трубы 20х40 и 20х20. Двойную дугу. Труба идет оцинкованная 1,5 мм. Покрашена поливерно-порошковым способом коричневого цвета. Также установлен наброс 100 на 100, обработанный антисептиком. Установлены колышки. 6 колышек на 6 метров. Также усиленные диагональки. Поликарбонат идет на ватра 0,75 плотности, 4 мм.